Муромская чиновница продала за большую скидку госземлю дочери, зятю и брату. Фигурантку обвиняют в трех преступлениях, связанных с мошенничеством с использованием служебного положения. С 2013 по 2022 45-летняя обвиняемая занимала должность председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Муромского района. По версии следствия, в апреле 2021 года фигурантка заключила со своей дочерью договор аренды земельного участка площадью 1500 квадратных метров в деревне Лазарево. Участок при этом находился в государственной собственности. И фигурантка знала, каким образом можно выкупить его со скидкой в 75%. Достаточно что-то на нем построить. Однако этим обременять себя чиновница не стала и, как считает сторона обвинения, попросту обманула кадастрового инженера. Предоставила ему информацию, что на участке есть гараж, которого на самом деле не было. В итоге дочь фигурантки купила госземлю с большой скидкой, и такую схему удалось провернуть еще несколько раз. Аналогичным образом, собственно, зятя обвиняемой оформлен земельный участок общей площадью почти 1400 квадратных метров, расположенный в селе Чадаева Муромского района. А в собственность брата – участок площадью 2000 квадратных метров в селе Кавардицы. Позже к участку дочери чиновницы удалось присоединить еще 300 квадратов государственной земли. Семейный подряд накрыли сотрудники ФСБ. Расследовал дело региональный следком. Итоги следствия – 4 государственных земельных участка общей площадью более 5000 квадратных метров были незаконно выкуплены. Ущерб бюджету составил почти 720 тысяч рублей. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время оно будет направлено в суд.